Широкий тротуар взамен старого и узкого, новое дорожное полотно. Территория около ЖК «Союзный» преображается. Уже этой осенью для всех жителей 8-го микрорайона около ЖК «Союзный» появится первая очередь парка «Союзный». Сейчас все земляные работы завершены. Начались работы по укладке тротуаров и дорожек. А осенью будут высажены деревья и кустарники. Ждем с нетерпением открытия. Жители микрорайона с нетерпением ждут открытия новой зеленой зоны. Игровые площадки внутри многоквартирных домов есть, но прогулочного пространства не хватает. Парк «Союзный» станет точкой притяжения для молодых семей с детьми. Но и о подростках проектировщики не забыли. Здесь появится скейт-парк. Дети – это наше будущее, причем моделируя их настоящее, мы создаем будущее. Да? У них будет здесь комфортная среда, и дальше у них просто сценарий жизни у них будет изменен, как мне кажется, в лучшую сторону. Проектные земляные работы завершены, строители приступили к укладке дорожек. Стоит отметить, что все материалы, которые будут использованы, отечественного производства и соответствуют всем нормам безопасности и экологичности. На самом деле хотел бы поблагодарить администрацию городского округа Одинцова и главу его Андрея Рубича Иванова, его команду, потому что без участия администрации было бы нереально вообще многие проекты реализовать. У нас сейчас начинается вторая очередь строительства, там тоже у нас будет благоустройство, в том числе это будет реализована спортивно-детская площадка там в районе улицы Комсомольская. Хорошая такая, прекрасная площадка. Это будет уже там, в следующем году. Ну и в следующем году мы закончим уже вторую очередь парка. Продлим ее, сомкнем их. Большая парковая зона, новые современные спортивные игровые комплексы. Благоустройство 8-го микрорайона будет продолжено. Мария Шматкова, Виктор Николаев, телекомпания «Одинцова».